Привет, друзья! Вы на канале Funny Animals, и это внеплановая серия голубиной саги. На улице конец марта. Зашли тюльпаны и цветут подснежники. Мои голуби вышли погулять. И нас навестили гости. Мне очень захотелось поделиться этой новостью с вами. Сначала прилетел очень красивый белый голубь. Он долго сидел на дереве, чистил перышки и посматривал на моих голубей. А потом слетел на крышу. Чуть позже появился еще один, похожий на милую Сюму, но только с коричневой головкой. Гости посидели некоторое время и улетели. Сначала один, а потом второй. И мне стало немножко грустно. Вот и все, что я хотела рассказать. В следующей серии вы узнаете, какой сюрприз приготовили мои голубочки. До скорых встреч!